Самое важное – выявить заболевание на ранней стадии. Теперь женщины, живущие в Лежневском районе, могут не бояться рака груди. В центральной районной больнице появился маммограф. Раньше женщинам приходилось ездить в Иваново. Из-за нежелания или невозможности преодолеть 30 километров и провести еще некоторое время в очереди на прием к специалисту, многие тянули с обследованием. Последствия бывали плачевны. Теперь обследование на новом оборудовании занимает не больше 10 минут. Это принципиально новый цифровой, а не пленочный аппарат. И самое главное, этот аппарат дает возможность использования его в системе телемедицины. Возможности телемедицины поражают. Все происходит просто и быстро. Полученные снимки местные специалисты сразу отправляют на исследование в областной онкодиспансер. Те их изучают и пересылают обратно со своим заключением. Для того, чтобы провести обследование на новом аппарате, больнице не нужен собственный маммолог. С задачей вполне справится рентгенолог или обученный лаборант. Чтобы процедура не затягивалась, в онкодиспансере специально расширили штат специалистов. В 2010 году, когда мы организовывали эту телемедицину, в онкодиспансер специально было введено несколько ставок. А вот сейчас, когда в этом году, когда к нам присоединяется еще 3 района для работы по телемедицине, нам департамент здравоохранения ввел также еще несколько ставок, куда будут приглашены врачи-рентгенологи, которые будут работать. Система телемедицины постепенно внедряется во все лечебные учреждения региона. В планах чиновников подобным образом проводить флюорографические обследования. Наша телемедицина не будет распространяться только на онкологические заболевания. Нас очень беспокоит и туберкулез, флюорография. И есть возможность. У нас сейчас теперь центр информатизации есть при департаменте здравоохранения, который уже занимается конкретно этой работой и устанавливает, и налаживает все это. Поэтому мы по флюорографам тоже делаем такую систему телемедицины. Это вот наши планы на 2014 год. Маммограф, установленный в Лежневской больнице, стал уже 9-м в сети телемедицины. До конца 2014 года все 10 маммографов будут объединены в единую сеть. Таким образом, обследования смогут проходить практически все женщины региона, не выезжая за пределы своих районов. Анастасия Николаева, Алексей Гадин, РТВ Иваново.